Бабуля, ты где? Бабуль, ну выходи. Ну, чё ты боишься? Ты ж страшнее меня. Ты ж меня должна пугать. Бэкст, бэкст, бэкст. Бэкст, бэкст. Бэкст. Он там! Быстрее туда! Воу, воу, воу! Приветищи! Ну вот и дождались. Вышла Грэнни, значит, на ПК, а это означает, что пришло время ее пройти, потому что на мобилках я не очень люблю играть в игры, а вот на ПК я, пожалуй, ее пройду. Погнали! Опачки, где это я блуждаю? Ух, какого лешего меня вообще занесло в этот темный лес? Сластить меня на зиму. Сколько здесь берез? Что-то у меня... Опа! Смотри-ка! Дом в чаще леса! Ну-ка, пойдем глянем, что там у нас такое. Мне кажется, что... Ты видел? Или мне показалось? Мне показалось, что слева кто-то был. Но я ж упертый. Я все равно буду идти прямо и назад не обернусь. Почти дошел. О! Пятками чую, чтоб тебя! А! День первый. Как обычно, все начинается с кровати. О, чудесно. Я оказался в каком-то лесничем доме. Графика огонь. Окна в паутине. О, что это такое? Подожди, давай фонарик возьмем, короче. Воу! Что тут написано? Fly days? Что? Не понял. Файе. Типа 5 дней? Мне дали 5 дней, чтобы отсюда убраться? Слушай, надо проверить ящики, может тут что есть? А? Погоди. Leave this house. Покинь этот дом. Здесь явно кто-то уже побывал. Возьмем вазу на все эти пожарные, мало ли. Вдруг пригодится. Картина, конечно, шикос. Она меня видит. Какой у нее мерзкий голос. Может, она добренькая бабушка? Присядем. Между прочим, я в мобильную версию не играл и не знаю, как проходить эту. Ох ты ж, бежим! А, мой ЛБшник! Ты мне его уже 2 раза разбила, за что? Бабуль! Ну, ёкарный. День 2. Как быстро дни летят, слушай. Всё, давай, встаём, пора. Пора идти. О, наконец-то поднял свой пердак. Так, значит, есть шкафчик. Ха, похож, честно говоря, на гроб с дырками. Ладно, все, пошли. Не понял? Воу, потише. Чтоб тебя дверь закройся! Спасибо, бабуль. Теперь у меня точно сотряс. Приехал в бабушке деревню, называется. Любимые бабушки откармливают тебя, чтобы ты заплыл жиром. А другие бабушки просто выбивают из тебя дурь, как сейчас меня. Это печально. Я готов. Я еще с кровати не успел встать, ты уже тут. Просто вся игра, походу, будет, как я отхватываю леща от бабуси. Эпичненько, день 4. А я все еще не могу встать с кровати. У-у-у, ты посмотри, кажется, у меня 2 фингала под глазом. У меня все в кровище. Она меня жестко избила. Дожился. Так, значит, все, берем ноги в руки. Хватаем вазу. Бабуля, а тебя здесь, наверное, нету.
Она, конечно, меня очень жестко палит из-за того, что я с фонариком. О, бабуль, здорово, здорово, здорово. Подожди, подожди, не беги за мной. Жёваный. Закрыто! А прыгать-то я не умею. Ну, бабуль, не бей меня. Спасибки. День 5. Последний день. О, моя голова. Её расплющили. Боже мой, как она разгалывается. Меня сейчас будто блювано. Ну что, ладненько, все, собрали мышцы жопы в кулак и пошли, надо выбираться. Ух ты, как меня переколошмарило, а? Ты посмотри, меня косит куда-то в бочину. Все, я готов. Приседаем и пошли. Надо отсюда выбираться. Короче, вон там что-то блестит. Эту блестяшку надо срочно достать. Главное не нарваться на бабулю. Так, бабушкина комната. Какой здесь совдеп. Слушай, так оказывается, я хромаю. Вон на что, она мне пятку отбила. О! Это что, это аккумулятор? Он мне пригодится. А тут у нас что? Пусто? Пусто. Все, ладненько, потихонечку пошли. Что-то скрипит. Главное не нарваться на бабусю. Фух. Это я вешалку опрокинул. Страхово. Тихо, не очкуем. Ножницы? Клешни, короче, какие-то. Все, идем дальше. Идем дальше. Закрыто. Ёкарный. Блинский блин. Тихонечко идем. Бабуля, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Прячемся быстренько. Вот так вот. Надеемся, что все пронесет. Главное не бздынуть где-нибудь. Че, она ушла? Я надеюсь, она ушла. Так, о, кстати, она вешалку подняла, прикинь. А таташечки. Ушла? Бабуля? Молодец. Так, а здесь коробки? Ништяк, я могу сюда пройти. Что это? Что это? Что это? Что это? Я не вижу, понять не могу. Какая-то? Ё-моё, она бежит. Давай. Ай! Ну, засмотрелся. Вот, и что ж будет, 5 дней прошло. Я не выбрался, я лоханулся. Не понял. Где это я? О! Ты чё такая стрёмная? Она мне голову отрезала. Гейм овер. Это, наверное, самое быстрое прохождение игры за всю мою историю. Жуть какая, слушай. Это прям реально до мурашек хоррорная игра. Ладно, пошли по-новому. Мы проснулись. Вновь здесь. Но мы-то уже помним, что и где и как. Наверное. Я частично знаю, что где и как. Значит так, здесь ничего новенького не появилось, да? Да. Берем вазу. Все, помчали. Помчали. Главное, бабулю не разбудить. Опачки. Ага, аккума уже здесь нету. Ясно. Как белый день. Бабуля сзади меня крадется. Оп, вешалку еще уронил. Нафига-то. Я, кстати, постоянно ее роняю. Я даже не замечаю, как я это делаю. Я, видимо, слишком широкоплечий. Каким-то... Блинский! Пробел нажал. Во! Как она выскочила, как я очканул. Блин, это жесть, а. Как я вообще... Я чуть коленку не разбил об стол. Фух. Так, все, собрались, собрались. Дайте мне свету побольше. Я готов. Значит, ага, сейчас двери закрыты, надо пошуметь. Нафиг тут все опрокидываем, роняем все. Полезли под кровать. Бабуля, я тут. Ага, вон она ломится. Хи-хи. А меня тут нету. Я тут тебе картину уронил. Стол уронил. Похулиганил. И сбежал. Слышь, что она говорит? Типа, где ты? Нифига, ты видел? Тут полтергейсты водятся, стол сам восстановился с картиной. Жуть. Да! Я надеюсь, что она меня не заметила. Да блин, она меня спалила по-любому. Как паучара, просто упала, отжалась и схватил меня.
Слушай, ну, она меня просто схватила. Она меня, по крайней мере, по жбану биты не дала. Это уже плюс. Значит, мозги пока шарят. Ладненько. Все, потихонечку. А, я уже на одну ногу хромаю. Понял? Значит, все, аккуратненько, бежим. Жвать мою лямку на трусах! Господи, она капканы начала ставить. Охренеть можно. Так, это закрываем. Как обычно. А, я здесь уже был, блин, что я туплю? Так, валим. Вот здесь вот. Отлично. Опять уронил эту фигню. Вешалку. Что-то еще уронил. Все, капец мне походу. Бабка выехала за мной. Да твою ж бабушку. Серьезно, это походу вся игра. Сегодня будем проходить... Сегодня будем наблюдать с тобой избиение младенца. Ну, то есть меня, да. Наконец-то я соскочил с кровати, как это долго происходит на самом-то деле. Фух. А чё я все время вот в эту сторону бегу? Пошли вниз или вот сюда, чё у нас здесь? О, этого... О, жуть, она чё харкается, сморкается кровью? Бабуля? Ключ в унитазе, спасибо, что ты мне его оставил. Интересно, чего это ключ? Вау-вау-вау, быстренько закрываемся и под кровать бежим. Давай. Фух, кажется, я успел. Она меня не должна была запалить. Бабуль, давай проваливай, а? По-доброму. По-моему, она матернулась, не? Фух, она ушла. А то я уж хотел ей ключом глаз выколоть какой-нибудь, не знаю. Чё, я думаю, что можно вылазить, да? Бабуль, не подходи ко мне, у меня если чё ключ есть. Ладно, идёт, смотри. Она даже не обращает внимания на мой фонарик, если честно. Капкан поставила. Интересно, куда она пошла? Так, она ушла в ту комнату. Пока она там, мы подойдём. Ёкарный она. А, ещё и... колокольчик задел. Блин, где-нибудь есть этот? Где-нибудь. Где спрятаться-то можно? Вон, пошли на улицу быстрее. Я думаю, что мы заперто. Не-не-не, бабулю. Бабуль, нет, накрой на стол, пожалуйста. Нет, не... Ну почему? Ну почему там шкаф есть? Быстренько бежим наверх. Быстренько. Закрываем. Залазим. Давай. Кажется, я успел. Фух, я успел. Главное, не подходи к шкафу. Иди проверь кровать. Я, может быть, под кроватью там. Фух, она ушла. Ничего. Навыки и ловкости у меня растут. Все, свалила, спустилась. Выходим. Выходим потихонечку. Провожаем ее взглядом вниз, чтобы она перевернулась 130 раз по лесенкам. Капканич, обходим вот так вот. Блин, а чё я сюда вот иду опять? А, точно, я ж тут вот сквозь коробки хотел пройти. Вот так вот. Клешни есть и картина. Надо запомнить, есть клешни и картина здесь за коробками. Это мне еще пригодится. Что у нас здесь? Здесь у нас пусто. А за коробками чего? Ага, есть проходик какой-то. Вот так вот. Давай пролезем, посмотрим, что у нас здесь. Здесь лежит какая-то вот эта вот ерундовина. Это что, трещотка, что ли? Ладно, пускай она здесь и лежит. Вот здесь вот. Блин, нашумел. О, бабка, бабка, там бабка. Но она ж сюда не должна пролезть. У нее ж там это... хондрит, остеопорок. Я не знаю, правда, таких болезней это так. Но, короче, она не сможет сюда... нагнуться и пролезть. Все, она вроде ушла, да? Вау, бабуля. Свали отсюда, а, нечисть. Все, наконец-то, она еще и капканище бросила мне здесь. На всякий пожарный. Подарок внучаре. Ну, то есть мне. Так, пойдем по лесенке спустимся. Посмотрим, что внизу. Есть дверца. Это небольшая кладовая. А, свинина висит. Ага, отбивная, понятно. Что у нас? Здесь... О, лампа. О, уронил. Точнее, это свечка была. Ну, короче, спускаемся ниже. Здесь нужна отвертка. Угу, я понял. Нужно где-нибудь найти отверточку. А чего же этот ключ, с которым я хожу? Так, бабуль, ты только это. Вау, это же подвальчик. Кажется, я в подвал попал. Отлично.
Что у нас? А, может быть, этот ключ от сейфа? Вон, сейф стоит, смотри. Сейф, сейф, сейф. Главное, чтоб меня сейчас тут бабулька... Вон она спускается. Главное, чтоб она меня тут не зажала. Пошли-ка вниз лучше. Спустимся вот сюда, в сейф спрячемся. Точнее, вот так вот. Ты меня видишь, бабка? Нет, ты меня не видишь, я спрятался надежненько. Ну чё, была не была, я уже тут минут пять торчу. Вылазим. Ух ты, какой драндулет, слушай. Роскошный. Оп. Случайненько отломил дверцу. Чё у нас? О, да тут еще и движок есть. Правда, его не завести. Сюда нужна, короче, батарея. О, бабуля, нет, не-не-не-не. Пока я рассматривал двигатель, валим отсюда по-тихому, по-тихому. Пока здоров. Ух, поднимаемся скорее, 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 скорее. Вон она. Ай-яй-яй-яй. Быстро нажимаем. Да чтоб тебя, бабкин ты костыль, а. Бабуль, за что ты меня кинула сюда? Какой-то паду... Это... В подвальчик меня закинуло. О, я очнулся. Сейф. Я так и до тебя не добрался. А-а-а! Она меня поцеловала. Или сожрала. Не, ну концовочки, конечно, эпичные сделали. Мне они прям вообще заходят. Прям ух. Так, ладненько, все по-новому. Все сначала. Значит, все предметы поменялись местами. Может быть, здесь что-нибудь появилось? Нет, здесь никогда ничего не появляется. Вон, она спускается. Пока она спускается, что-то там роняет, мы зайдем сюда. Чего у нас здесь есть? Ага, шестереночка. Снова в этом же месте оказалась. Ясно. Здесь у нас... От пушки. Так, она где-то поднялась, только я не понял, где. Воу! Хо-хо! Здравствуйте, бабуль! Я к вам тут наборщик зашел. Двери закроем. Бежим. А, капкан! Забыл про него совсем. Валим. Валим шустро. Шустро. О, она за... Хитрая бабка. А, с другой стороны обошла. А, пока я там с капканом возился. Бабуля спецназовец, ёкарный. А я могу обезвредить капкан? Вот мне очень интересно. Нет, не могу. Значит, пошли в ванну зайдем. Чё у нас здесь есть? Ключ раньше здесь валялся, а теперь его нету. Печальчика. Вау, бабуля! Зашла со мной в ванну принять, да? Да нет, сынок, давай-ка мы с тобой в кровавую баню сыграем. Сказал мне бабуля. Ништяк, стащил для машины аккумулятор. Чё у нас здесь? О, свеча. Ага, запомнили. Вернемся. Пришли в гаражик. Значит, открываем капот. Вставляем аккумулятор. Выходим из... подвала на первый этаж. Я здесь еще не был. Точнее, можно сказать, вообще еще не ходил. Что у нас здесь? Здесь у нас просто кладовочка пустая. Я понял. А тут у нас чего? Опачки. Здесь у нас фоточка есть. Отлично. Проверим все, что у нас тут за диваном. Пусто. Здесь в ящиках что-нибудь есть? Пусто. Внизу тоже ничего нету. Я понял. Что у нас? Вам бабка на кухне ходит, ёкарный. Так, подождем, пока она оттуда уйдет. Посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас телек. Ржавый телек. Очень мощный. О! Это же у нас от двигателя прибамбас. Надо будет сюда вернуться, забрать его. Опачки. Здесь у нас книжка. О-о-о-о! Нифига себе, след руки кровавый. Ошалеть можно. Так, я слышал, что бабуля где-то рядышком была. Нам надо свалить в подвал. Вернуть часть от картины. Так, отлично, подвал открыт. Идем сюда. Часть картины вклеиваем. Ништяк, почти собрали. Почти. Я совсем забыл про свечку. Вот она. Берем. Сейчас мы ее вкрутим. Сюда? А куда ее вкручивать-то? О, все, вкрутили. Ништяк. Возвращаемся за двигателем. Нужно подойти к телевизору. Вот она, часть двигателя. Тащим ее вниз. Прикрепляем. Ну вот.
А чё вот это вот красненьким горит? А, это сюда винтики надо будет, шпунчики прикрутить. Знаешь чё, давай-ка попробуем. Не, через окошко. Хотя чё это через окошко не пробраться? Пробраться! Отлично, я на улице, я почти сбежал. Почти сбежал. Здесь замок висит. Угу. Здесь можно спрятаться. Я понял. Совсем рядышком была эта ручка для того, чтобы поднять из колодца ведро. Сейчас мы отремонтируем колодец и узнаем, что же там. Так, я надеюсь. Дверца открыта, значит, бабка здесь была. Я понял. Надо очень аккуратненько подняться. Фух, бабки нету. Пока все роскошно. Она поставила у входной двери капкан. Разбежалась, а? Вот так. Ну что, покрутим? Давай, 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 поднимайся, что же там? Главное, чтобы бабка не выбежала из дома. Так, 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 ведерко поднимается. И я вижу там молоток. Я вот до сих пор не понял, зачем здесь еще молоток. Но я думаю, что он нужен, раз он тут есть. Так, я еще не был на кухне полноценно. Сейчас нужно посмотреть, что у нас тут на кухне есть. Можно ли тут чем-нибудь поживиться? Главное, чтобы бабка не выскочила. А она ведь может. Она вездесущая. О, картиночка, ништяк. Бабуля. Главное, не надо неожиданностей. Ага, это у нас от ружья. Надо будет вернуться сюда. Ружье, ружье, ружье. Осталось принести последнюю часть, и я даже знаю, где она. Вот. Собираем последнюю часть для ружья. Мне вот интересно, что будет, если я выстрелю в бабку? Это будет... Есть. Ружье готово. Зарядили. Ну что, пойдем на охоту. Посмотрим, что будет с бабкой, если в нее выстрелить. Надеюсь, патроны здесь бесконечные. Бабуля, ты где? Может, в колокольчик позвонить и вызвать ее, как консьержку? Так, смеется, она на втором этаже, я понял. Сейчас мы ее найдем. Бабка, выходи. А ну выходи. Эй. Так, где ты? Главное, чтобы она отсюда не выскочила. Ну, вылази. Бабуля. Шовный. Вон она где. Ну что, давай. Бита против ружья. Ну чё? Ну всё, бабка, хана тебе, да? 2 минуты будешь меня не беспокоить. Кстати, мы еще с тобой ни разу в ванну не заходили. По-любому здесь какая-нибудь штуковина есть. О! Картинка. Точнее, часть от картины. Ну что, пришло время собрать ее. Пошли. Интересно, что же нам это даст, если мы полностью соберем картину? Опачки. О, какая щедрость! Бабушка Грэнни подарила мне один день в доме! А! Мать честная! Я ж только что бонус получил! Сразу же его израсходовал. Бабуль, здорово, лови хэд! Ого! 2 минуты 30 секунд! Отдыхай, бабуль! Ай, смотри, колокольчик звонит. А типа по барабану, да. Все, значит, давай заглянем в холодос. В холодосе специальный ключ. Ништяк, сейчас мы его вставим. А он не отсюда, что ли? Я думал, специальный ключ где-то здесь вставляется. Блин. А куда его вставлять? Ланенька, давай мы его здесь бросим, этот ключ. Сейчас быстренько зарядим наше ружье. Вот так. Потому что бабка сейчас уже очнется. А уже очнулась, все, убежала куда-то. Ланька, зато я знаю, где у нас теперь лежат патрончики. Уронил случайно картину, а там тайничок. Че это такое лежит? Во-во-во-во-во. Ух ты, нифига себе, потайная комната. Офигенно. Так, главное, чтобы меня тут бабка не застукала. А она может, потому что она ломится уже. Отвали! Вот так вот. Книжка нужна, да? Сейчас я притарабаню тебе книжку. Есть книжка внизу. А, подожди, я еще вот здесь вот не ходил. Кстати, полезли-ка сюда. Это у нас, по-моему, на чердак. Точно. Оу. Ты меня так не пугай, пожалуйста. Здесь у нас можно пролезть. Да, попробуем сюда залезть.
если получится. Опа. Так, это я где? А, это я в ванну попал. Ясно. Пойдем-ка за патрончиками, а? По-хорошему. Звякнем в колокольчик. И быстренько сейчас зарядим ствол. Вот так вот. Бабуля, ты где? Бабуль, ну выходи. Ну чего ты боишься? Ты ж страшнее меня. Ты ж меня должна пугать. Ладненько, погнали снова на чердак. Потому что мы там не все еще с тобой прошарили. Как тут темно-то. Ох ты ж! Оу! Вот это подстава! Надо вернуть свое ружье. Бабка вон ходит, смотри-ка. Значит, ладно, я понял. Я понял. Ружье мы сейчас вернем. Бабка, уйди оттуда, а? Погнали, короче, на чердак. Опа, вот так. Где это все? Вон оно, чё, понятно. Туда мне так просто не пройти. А здесь что? Здесь прятаться можно? А, вот куда этот ключ-то нужен. Ясно. Все, тогда пошли, сейчас тут спустимся. Вот я как... Давай, прыгай, прыгай, прыгай. Отлично. Хорош, байку уберем. Да, блин, да что ж она меня поджидала-то за углом? Бонус день, последний. И снова получил ружье. Бабуля, не лезь ко мне, я тебе говорю, не лезь. Ну, сама виновата. Так, значит, где этот последний патрончик был? Вот он. Берем. Кстати, нужен еще ключ. Я его где-то здесь кидал. Куда же я ключ-то дел, а? Он где-то тут был. Где-то тут видел ключ. Куда же я его кинул? Я забыл, куда я ключ этот секретный кинул. Вот же ж беда. Так, ладно. Хорошо. Мне нужна книга. Книга, вот она. Сейчас мы ее вернем на место. Главное, чтобы бабуля не проснулась. А бабуля проснулась. Ладно, полезли наверх. Надеюсь, что она не... Быстрее. Книжка. Где же она? Вот тут вот. Вот тут вот, да, точно. Сюда надо было книжку. Есть. Ой, мать честная, что это такое? Капец. Офигеть. Это что, ее сестра, что ли? Так, кажется, надо отсюда валить. К ядрени фини. Надо забрать ружье срочно. Есть ружье? Блин, все поронял. Но зато ключ нашел, вот он где валялся. Ладно, сейчас мы бабку подождем. Бабуля сейчас должна выскочить где-то. Что-то бабка не выскакивает, ладно. Берем ключ и побежали наверх. Сейчас мы этот ключ применим на чердаке. Быстрее заходим, чердак закрываем. Сейчас. Блин, как мне этот манекен пугает, а вообще до жути. Вставляем. Есть. Еще выше. Так, что-то, мне кажется, что надо бы... Я понял. Все, надо вернуться за ружьем. Если здесь лежат патроны, значит здесь очень опасно. И надо бы вернуться за ружьем. Опа. Давай бежим. Быстро за ружьем. Отстань. Вот так вот нафиг. Сколько же тебя можно уже убивать, а? Может, ты все-таки с лестницы упадешь, а? Так, мы вернулись на чердак на последний этаж. Заряжаем наше оружие. И сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Блин! Паук выбежал, укусил меня. Я даже не увидел, откуда. Ну, по идее, это же паук меня укусил. Один фиг меня, бабуля сейчас как отмудохает. Вот дела. Ну что, господа, на этом все. Bye-bye.